А что закрыли? Да я закручку на окно. А куда надо вернуться? Только посветите я. А. Двигайся, двигайся. Ой, я хочу опять в зеркало выйти, в стекло выйти. Ой, как красота какая. Мы с вами находимся сейчас на самой высокой точке ботанического сада. То есть это вот относительно географии Ростова, геологии, это самая высокая точка. Видите, да? Да. Классно. Если мы сдвинемся на 300 метров вправо, это получается на 3 часа, да? Так. То на 3 часа у нас находится смотровая площадка с видом на город. Ага. Она открытая? Ну, конечно. Так, посветите мне на пол, а то я... Это поле. Она открытая. Да ты гуськом двигайся. Да. Носочки в сторону, пяточки вместе и погнали. Нет, так-то все хорошо, просто я это... Мне чтобы куда попасть ногами. С моим видением ситуации иногда бывает трудно рассчитать этот...